две вещи, которые я прививаю своим дочерям. Почему они должны уважительно и кому из мужчин уважительно относиться, и каким образом они должны четко давать отпор хамству, наглости и грубости. Это вот моя задача как отца перед своими дочерьми. Для пацанов чуть другое. Их я, наоборот, должен научить тому, я учу этому, и мне прекрасно это удается, судя по их выбору, по выбору ими своих супруг. Это женщину уважать, умение зарабатывать, а в целом всем им понимать людей. Может, когда ты понимаешь людей, тебе в этой жизни легче ориентироваться, легче решать какие-то вопросы. Вот эти главные навыки.